История старого дельфинария начинается в 1993 году. Когда-то это был плавательный бассейн спортивного комплекса завода «Гранит». И водные процедуры принимали здесь только сотрудники. Но вскоре бассейн открыл свои ванны всем желающим. Помимо большого бассейна, на первом этаже располагался небольшой лягушатник для детей. После распада Советского Союза настали тяжелые времена. Бассейн был переделан под дельфинарий. И, как оказалось, вскоре совершенно не зря. Благодаря новым обитателям место стало популярным и известным не только в городе. С каждым годом количество животных, дрессировщиков и посетителей становилось больше. Успех превзошел все ожидания. Но оказалось, все в конце концов не так уж хорошо. Закрыли дельфинарий примерно в 2001-2003 годах. Московская труппа после успешных выступлений среди ростовчан начала осваивать ближайшие территории, а вскоре и всю Россию. В одном из переездов в контейнерах для перевозки умерли два дельфина. Задохнулись. Люди моря тогда, как и сейчас, стоили немало денег. Финансовые средства такой роскоши не позволяли. А вскоре и даже аренда бассейна труппе стала не по карману. После закрытия дельфинария здание простояло целым довольно долго. Но интерес местных жителей все-таки покоя бассейну не дал. Благодаря мародерам бассейн приобрел вот такой вид.